Вітаю! В ефірі студія «Репортер», я Тетяна Костицька. Сьогодні ми говоримо про фестиваль студентського кіно «Перший крок». І до нашої студії сьогодні завітали програмний директор фестивалю Віктор Броницький, декан факультету мистецтва та дизайну МГУ Ніна Кравець та директор Інституту розвитку демократії Назаренко Ігор. Вітаю вас усіх! Отже, втретє буде проходити у цьому році фестиваль «Перший крок». Розкажіть, будь ласка, де та коли в цьому році проходить фестиваль? Буде проходити? Да, буде він проходити 10 августа, гостиниця «Лондон», яка на Успенській, на вулиці. Починатися буде він з 3 годин, відповідно, і буде там у нас презентація нашої нової програми. Якщо бути більш точним, це не третій фестиваль в тому виді, в якому ми задумували фестиваль «Перший крок», це прем'єр-фестиваль «Перший крок», який буде посвящений проблемам телевидения. Тобто ж, це телевізійні програми. Фестиваль «Перший крок» – це все-таки фестиваль студенческого кіно. А от прем'єр-фестиваль – це от вопроси, связанные с телевидением, с телевизионными программами, с телевизионными форматами. Ну, опять же, в студенческой сфере. Скажите, пожалуйста, гости фестиваля, кто будет запрошен? Ну, вот как раз среди гостей будут люди, которые сложили себе уже имена, именно как в основном люди, которые сложились на телевидении, по большому счету. Это Алексей Гладушевский, человек, который был продюсером таких программ, как «Холостяк», «Худеем», вот там бесконечно, и в общем, очень много массовых брендовых передач на СТБ. Дальше он ушел, работал генеральным продюсером канала «Новый», и сейчас у него большая серьезная кинокомпания, и они, опять же, готовят фильмы под стриминговое телевидение, а поскольку мы будем про это тоже говорить, это очень сродни. Это человек, который про телевидение знает очень много. Дальше у нас будет Виктор Андриенко. Это человек, который создал не одну программу, которая посвятил телевидению огромное количество времени. Великолепный актер. И еще, потому что, например, Андриенко может осветить такую историю, как авторские программы, потому что когда он делал своих этих знаменитых «Долгоносиков», которые еще шоу «Долгоносиков», это такая разновидность авторских программ, юмористических, которые до него не было, и после него никто ничего подобного сделать не может. Вот. Дальше у нас будет Сергей Буковский, это народный артист Украины, это великолепный кинодокументалист. Будет Настя Буковская и его дочь, но это не самое главное в этом деле. Ее фильм на прошлом Одесском кинофестивале взял приз среди короткометражных фильмов, называется «Бульмастиф». Она будет но у них одна из самых больших на сегодняшний день самых больших кинопродакшенов, которые работают в сфере рекламы с европейскими компаниями, с BMW, с L'Oréal, то бишь надо было тоже построить эту историю. Вот. Кто у нас еще будет? Будет Наталья Константиновна Днепренко, замдекан Института повышения работников телевидения, это при Верховной Раде есть такая история. Я боюсь всех... Не упомню. Будет Алексей Агапян, будет Галина Сулимова, артистка, будет Багрей Шахматова. Я очень сильно рассчитываю, что будет Делиев, потому что он так или иначе относится к нашему факультету. И вообще Одесса наславится тем, что можно не приглашать, придут сами. Вот. Поэтому тут я думаю, что ну, для того, чтобы посмотреть на презентацию канала, ну, будет много народу. Ін, запитання до вас. Яким чином МГУ співпрацює з фестивалем? Я думаю, что это наш второй опыт, второй год, когда мы принимаем участие. Мы познакомились прошлым летом, и сама идея студенческого кино, фестиваля студенческого кино настолько захватила мой разум, и это настолько понравилось моим коллегам, что мы сразу предложили расширить формат, потому что наш факультет искусства и дизайна на сегодняшний день может
украсить этот фестиваль и картинами, и плакатами, и музыкальным сопровождением, и актерским перформансом. Поэтому не пользоваться этим, это, наверное, даже было бы преступление по отношению и к студентам, и к возможностям. Поэтому, конечно же, мы рассматриваем любые выступления, когда речь тем более идет о фестивале студенческого кино, а на нашем факультете есть кафедра кино и телевидения, которая готовит этих студентов. Участие остальных студентов в этом мероприятии является совершенно естественным для нас. Поэтому рассматриваем прежде всего как площадку, где можно продемонстрировать свое мастерство, то, чему дети научились за предыдущий год, и показать себя гостям фестиваля. Яка программа фестиваля у цьому році? Ну вот у нас будет самое главное, это будет презентация вот этого телевизионного канала 021, мы его назвали, это наша специальность, 021 специальность в профильных вузах, и поэтому режиссура телевидения. Вот, поэтому канал 021, майстерність, яка змінює світ, у нас это так будет выглядеть, и вот там вот будет, пилотные выпуски каких-то вот работ, которые студенты, еще не понимая, что они делают, поверьте мне, не понимая, они сделали. Мы хотели бы, что вот, например, на фестивале, на котором мы познакомились, был круглый стол, где мы обсуждали вопросы обучения. Дальше родилась вот эта история, что мы сделаем вот этот вот телевизионный канал в рамках обучающего процесса при МГУ. И вот очень бы хотелось, чтобы люди, которые приедут на следующий фестиваль, посмотрели, а что ж уже те студенты, которые пришли, ничего не знают, как сделать, что они сделали, когда они уже год как минимум это учились. Будет ли прогресс? Ну, то бишь, это постепенная такая история. Возвращаясь к программе, будет, конечно, куча мастер-классов от всех наших мэтров. Мы не зря пригласили, потому что все-таки надо понимать, что телевидение штука такая сложная, это не просто поступить в вуз и сразу красная дорожка, там еще надо по дороге что-то делать. Вот. И, собственно говоря, самое главное то, что будет, это тесное общение и какие-то вот завязывания связей. Вот эти вот связи и дают вот эту вот магическую такую вот волшебство, благодаря которому оно все дальше как-то и что-то делается, и находятся какие-то формы. Ну и, конечно же, ретроспектива фильмов. Да, и будет ретроспектива лучших фильмов, которые мы показывали, ну, потому что все-таки кто-то видел, кто-то не видел. Скажите, пожалуйста, а чему такой незвичайный формат премьер-фестиваль? Ну, потому что у нас на сегодняшний день нет фестивалей, которые связаны с... связанные определенным образом с телевидением. То бишь, если мы говорим о том, что в рамках телевизионных процессов снимают еще и эти телесериалы, то все равно это как-то относится к сфере кино. А телевидение, вот формат стримингового телевидения, это совершенно новая история. И мы пробуем, поэтому и премьер-фестиваль. Вот это будет наша первая премьера. Пойдет, с Божьей помощью, мы тогда постараемся сделать... фестиваль «Перший крок телевидения», фестиваль «Перший крок кино», молодежное кино. Ну, ответ очень простой, на самом деле, коронавирус. Дело в том, что по мере того, как пандемия захватывала мир, фильмов стали снимать все меньше и меньше, но если еще, допустим, какие-то кинокорпорации как-то что-то делают, несмотря ни на что, то дети уже, что же, начали писать письменные работы, да, вместо фильмов, которые они должны были снять на следующую... Ну, откладываются работы, то есть, как минимум. То есть, на самом деле, фильмов просто стало меньше, и мы ни в коем случае не хотим прерывать... то есть, ну, Каннскому фестивалю проще, они просто не провели один раз или отложили. У нас фестиваль молодой, и мы вот только вот третий раз выходим, и если мы прервемся, это будет для нас большим ударом, чем для Каннского фестиваля. Поэтому мы решили этот год не терять и вот провести в таком новом формате. И, как это сказать, не было ни счастья, и счастье помогло. Да?
Кому мы повинні подякувати за те, що в цьому році? Конечно, вот в этой студии должна была быть прекрасная Наталья Бондарчук, которая является президентом, и она не просто президент, она мама фестиваля. Это президент Института развития демократии, проектом которого является фестиваль, одним из проектов, который является кинофестиваль. Но просто этот проект так разросся, что он стал уже даже как бы, он уже начал жить своей жизнью. И Наталья Бондарчук тоже там является президентом в этом фестивале. В чем идея? Почему, собственно говоря, наш Институт развития демократии вообще зародилась идея делать студенческий фестиваль? Дело в том, что вот в Российской Федерации существует еще с советского времени, с 61 года, фестиваль студенческого кино. Вот такой, как вот мы делаем. И он финансируется администрацией президента Российской Федерации, «Газпромом» и еще целым рядом серьезных компаний. То есть посмотрите, как страна серьезно относится к будущему своему киноискусству. В Украине это никому не надо. Ну просто, вот это слово совсем. И вот мы понимаем, так сказать, что демократические процессы не могут возникнуть сами по себе, вырасти как трава. Это обязательно должны быть аудиовизуальные образы. Эти аудиовизуальные образы должна создавать молодежь. Молодежи надо создать условия. Мы посмотрели, где, собственно говоря, у нас основной провал. Вузы у нас что-то готовят, каких-то студентов готовят, есть программы, вот есть прекрасные, так сказать, руководители, так сказать, направлений. А потом что? Вот как молодому человеку, когда он еще не стал мэтром, представить свое искусство, как создать вот эту соревновательность, как увлечь вот эту молодежь. И, естественно, мы пошли вот по пути создания фестиваля молодежного кино. Мы провели 3 года назад. Фильмов было очень много. Мы вот даже вот была проблема, мы даже вот не успевали в рамках дня показа все показать. Мы выбирали лучше, а потом еще отдельно показывали на площадке летнего кинотеатра. Да. Вот. Туда тоже приезжали именитые гости, да, из Киева, прямо вот задержавшиеся, которые не успели приехать на основную часть фестиваля, приехали на дополнительный показ. То есть у нас было столько фильмов, столько было желающих, что мы их не могли в рамках основного показа показать. Мы просили администрацию летнего кинотеатра дать нам дополнительное время, они пошли нам навстречу, и мы дополнительно еще показывали одесситам эти фильмы. Вот. Но коронавирус сделал свое черное дело. 2 года он практически, так сказать, извел все фильмы. Вот. Но, так сказать, мы дело это бросать не собираемся. И спасибо Наталье Бондарчук, которая практически, вот опять же, я надеялся, что спонсоров будет больше, что вот, так сказать, будут люди подключаться. Но она единственный спонсор, единственная мама. И вот нам помогают вот добрые люди. Вот. Опять же, добрые люди представляют вуз, который выпускает профильных специалистов. У нас в Одессе просто нету другого вуза, который был бы по нашему профилю. Все остальные кульки, где находятся Карпенки-Карова, где находятся, все не в Одессе. А в Одессе вот МГУ, поэтому если кто, так сказать, вот, хочет учиться в этом направлении, вот есть люди. Вот. А мы презентуем молодежи. Спасибо Наталье Бондарчук, что она вот самоотверженная, я считаю, вот помогает в этом вопросе, а мы рядом с ней. Що ж, зараз у нас є можливість запросити усіх на фестиваль. Давайте нагадаємо ще раз, коли відбудеться та де? 10 августа, гостиница «Лондон», там первый этаж, там несложно. Вот, это гостиница, которая на Успенской, не надо путать с лондонской. Мы пока не так круто стоим, вот, поэтому это, ждем всех, потому что будет интересно. Но все-таки это вопросы не кино, это вопросы телевидения. То бишь, все-таки это больше для студентов, которые так или иначе в этих профессиях, там, грубо говоря, крутятся. Ну и, конечно, ждем всех, кому это просто интересно. Ну и кино тоже будет, надо забывать, что ретроспектива. Будет что послушать, что посмотреть. Да, музыка будет у нас хорошая, это точно. Да, буду гости, да. Это некий, знаете, вот фестиваль искусств, где главное кино. Что ж, дуже дякую вам за цікаву бесіду, дякую, що ви прийшли. З вами була Тетяна Костецька, до побачення.